Так, ладно, пойдем играть. Мы по часику будем играть. Я как смотрю. Тебе. Кого пригласить? Зачем пригласить? Никого не хочу приглашать. Отстань. Так, а тут Джой работает? Или это одна из тех игр, где пошел я нафиг? Вообще должно работать, по идее. По идее. Ой. Ой, работает. Не знаю, как хорошо работает, но, наверное, должно хорошо работать. Пунь! Ты запунь. Так, ну пошли посмотрим. Так, easy, normal, hard. В хард. В хард. Пупсень. Че, попутал? Сама ты пупсень. А че, мышка так и будет на экране? Это нормально? Это нормально? Да тут всегда мышка, что ли, будет, алло? Что за глупость? Так, что как играть-то? Блять, на курки прыжок, серьезно? Ого. Время можно останавливать. Прикольно. Не, ну почему не на А прыжок? Почему вот эти кнопки не работают? Алло. На правый стик, прикинь. Валим, посмотрим. Чего? Да я уж понял. Я, конечно, все понимаю, но почему мне управление не показывают на Джой? А кто игру подарил на стриме присутствует? Я, честно говоря, вообще не помню, кто ее подарил. Да где-то записано. Где-то у меня на почте. Но я вообще не уверен. Воу-воу-воу-воу-воу! Хухуя-хухуа. А чё мне сразу об этом не сказали, что тут есть это... Даш? Ты от стен можешь прыгать? Хрена? Чё, супер мидбой, что ли, тут у вас? Окей. На Р. Б. Я вообще не думал, что я буду этим заниматься. Мне эта идея пришла перед стримом вчера. Поэтому, как бы, я и не успел нихера. А, надо было время остановить. Тихо там. Куда ты летишь? Сколько дашей можно сделать еще? А типа я его не должен был убивать? Или что? Какие-то очки, что ли, дают? Что-то непонятно.
Бля, тут вибрация включена, мне не нравится вибрация. Чтобы ее отключить, походу, надо из меню выходить. Трясется просто. Ба-ба-ба-ба-ба. Не чё? Не из меню, а в меню. Из меню. Я тебе изменю. Будешь себя плохо вести. Ай-яй-яй. А где моя хп? Уэ, вот это вот лайф, это моя хп? Вот это да. Нет! Ч, мне нравится игра. Внезапно. Как я должен был уворачиваться? Воу-воу-воу! Ты же не можешь сесть. Я как должен уворачиваться, серьезно? А я... Чё? Объяснить мне, как уворачиваться, не? Это очень странно. О, окей. Бред какой-то. Ну ладно, я убил его. Действительно. Что-то я совсем забыл, что можно, да, что делать. Ну ладно. Пытаюсь понять, о чем игра. Ах, да, ни о чем. Ты просто идешь, стреляешь, все. Еще у тебя очень странные ноги. Чего? Воу! Ты чего, блядь? Ни хрена себе. Это муви. Стример ЧСВ. Классно. Что-то какое-то прям лютое боши, на самом деле. Охренеть. Чем тебе мои ноги не угодили? Твои? У тебя норм с ногами. Извините, я думал просто. Бля, как же это бесит, когда оно вибрирует. К
Каждую секунду, каждый выстрел, блин, вибрирует все. Не забывай про правила канала. И дай мне поиграть спокойно. Вибратор прикупил. Ну, для тебя. Чтоб тебе одиноко не было. Угу. Пока стримов у меня нет. Что? Конечно, игра. Прекратите тут, дети. Достаточно выйти отсюда. Там написано, стрим не для детей. Ничего не знаю. Черт. Так, а как мне зарезать, если тут все время падает что-то? Да, давно у меня два Даша появилось. Что-то я на боссе обнаружил это. Замедление времени. Смотри, как хорош, блядь. Замедление времени. Чё там? Кто там? Не тряси землю. У меня джойстик трясется. Ну, пап, не папкой. Я использую это там, где это нужно. Все. Например, вот тут. Когда у меня кончились-то хп-то? Я вроде никто не попадал. Ну. Ну, кроме вот этого, и вот этого, и вот этого. Бля, там вулкан, ебать! Это белое. Это молоко кипяченое. Судя по цвету.
И вообще убить-то можно? А то я тут мучаюсь. Ну ладно, давай тогда не будем его трогать. Что-то не похоже, что его можно убить сейчас. Бля, вас тут двое, что ли? Алло! Алло! Ты писька. Да нет, они его сделали как босса. Пистолетом лучше стрелять. Ты, чтоб тебе... Лау. Сливки потрогал, да? Желтая полоска — это замедление времени. Или ты имеешь в виду на полоске жизни босса? Нет, это просто полоска обоих их. Дорогая она. Ну, распродажка обычно рублей за 50, за 40. Так, ну, чуть, наверное, где-нибудь в районе 200. Не знаю. Так, две части. Не надо тебе ничего не покупать, отстань. Че началось-то? Игра она тут покупает. А это игры покупать. Ты 10к слила! На игры. А чё нет? Имей совесть. Ну это чё-то лютый какой-то мидбой сейчас прям. А можно я прыгнуть нормально? Писька. Писька! Тихо. Интересно, эти лазеры их убьют. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Вы кто? Отстаньте! Нихуя себе. Вообще-то 20 что?
20 тысяч ты слила на игры? 20 тысяч? 20 тысяч рублей ты слила на игры? Ты что, шумасишь? Нет, ну что-то можно сломать? Не похоже. Кто, Варзай? Да. Она сумасшедшая. Она крейзи вообще. Так, чё? Я понял. Эти лазеры нельзя трогать. Иначе появляются пацаны. Да, реально, я понял. Ну все ясно, в смысле, ну ты крейзи, что тебе еще могу сказать? Кто столько денег сливает, ты че, зачем? Ты же все равно играть в это не будешь, во все. Зачем так много-то? Юречка, фак, Юречка! Я живой, 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 живой. Это реально битбой. Еще и музыка такая. Прям митбоевская. Купить себе ПК за 130к. Ты совсем что ли пуська? Из них 100к на видюху, да? Пройти. Ну что, ну норм такая игра, кстати. Ну я слышал хорошие, как бы, ну, вещи про эту игру. Красиво сейчас было. Но я не думал, что все будет настолько хорошо. То есть, ну, сложность вменяемая, как минимум. Ну, по крайней мере, для меня. Конечно, тот еще неадекват. Ого.
Я не знаю, что мне делать с этой бедой. Надо выпить две таблетки перед едой. Тихо, пацаны, не надо. Ну теперь это раннер, да? Так. А чё, у меня хп не было? Или это типа они такие ваншотуют? Ну, узнаем. Ага, ты такое делаешь, окей, понял. Я даже на ракеты не смотрю, ебать! Красиво было. Сига! Ну что мне нравится? То, что у тебя не одно хп. Это прям... Если бы ты умирал сразу, это вообще был пиздец полный. Ну я что-то не успел, не знаю. Окей, я тебя понял, игра. Оказалось, ракета пробивает просто броню ему. Ну ладно. Упс. Не, давай-ка пистик лучше. Чего? Чё-то как-то слишком хорошо было. Я в туннеле, все нормально. Теперь я тройной рывок могу делать. Да еб... Что-то я глупо сделал. Надо было подождать.
Понизу. Окей. Чекпоинт. Так, ясно, понятно. Что-то я не понял, как от этого увернуться. Окей. Это было просто к руке встать и все. Найсу. Блять, автоскроллер? Что ли? Так, ясно, понятно. Очередной враг, которого нельзя убить. Ясно. Это же Варзай. Хочет и игнорит. Вообще, отстаньте от нее. Хочет деньги куда слить, пожалуйста. Пусть сливает. Не мешайте ей, в общем. Чё, опять Варзай? Не знаю, с тобой разговаривают люди. Ого, 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 ого. Окей, 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 окей. И это все, что ты можешь? Интересно. Что-то оно внезапно попадать начало по мне. Слышь, подруга. Ты там это завязывай. Бум, до свидания.
Какой сюжет? О чем речь? Сюжета нет. Сюжет в начале там одной строчкой и все. Эссайнер. Это чистый экшон игра. Армия? Какая такая армия? У меня такое ощущение, что я сейчас ее за час пройду, блядь. Нет, не точно. Кто там? Смайлики какие-то летают. А, ну окей. Ждем. Окей. Ай. Чё-то прям очень по-мегаменовски на самом деле сделан уровень. Тихо. Да, бля. Фу. Все, ухожу. Зачем? Зачем ты уходишь? Так, кого мне бить-то? Тебя? Видимо, тебя. Воу, что-то внезапно, вот это было внезапно. Ла-ла-ла. А я хорош. Чё это? Это надо просто уворачиваться. Окей. Ага, нихуя. Чё, ебанулись, что ли? Это я как вообще должен доджить-то, блять? А, я понял, что происходит, все. Я-то думал, блять, а как это доджить-то тогда вообще? Это же нереально. Алло. Обидно, конечно, что нельзя пригибаться. Черт, блядь, не хватило миллиметрика.
Откуда? С босса сразу? Да чё, два раза сразу? Алло, алло! Ты ёмадор. Чё за бред? Так, ладно, еще раз. Кажется, она должна была вылететь просто. Нет, нормально. Почему они хп не восстанавливают после уровня? Какая разница тут, блядь? Ну, это что-то какая-то контра уже прям совсем. О боже. Чё? Окей. Что-то... Окей. Хорош. Доброе утро. Fuck you, речка! Замедление помогло сейчас. Прям очень сильно. 666 очков. Я хорош. Что-то подозрение, что это последний уровень. Она сказала, что между мной и каким-то титулом осталось всего одно испытание. Чего? Чего? Ой, прости. Ах, нихера. А вот теперь игра внезапно стала сложной. Поехали. Гей. Я что, в яблоке был? Ни хрена себе. Упс. На! На!
Да, хорош. Вы, бля, бесконечно что спавнитесь? Так нечестно. Ого. Что-то метроид какой-то подъехал. Воу-воу-воу-воу-воу! Тихо. Че, Босяцкий? Кто там? Бабукор. Fucking bubbles! Это нормально. Да не, да, ничего нормально, не слишком много. Было бы грустно, если их было меньше. Да, было бы грустно. Ну их прям в меру. Fucking bubbles! Воу-в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 оу! Алло-алло-алло-алло-алло-алло. Сколько у него там хп-то, блядь? Твою мать. Что-то у него хп вообще не отнималось, либо я в него вообще не попадал. Да, блять, уворачивайся. Да уворачивайся, ну. Что-то у меня с этим боссом пошло не так. Ладно, ладно, ладно. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, рано. Пьюз. Чё это? А, это нельзя трогать? Ну ладно, окей. Ничего страшного. Восстановимся. А чё вы стреляете-то? Они такие незаметные. Воу-в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 оу, чё началось-то? Ого. Ну переворачивайся, что ли. Да ну а как тогда? Понял. Охренеть, конечно. Да ну. Ах, уехал наш автобус. Это сложно.
Ну, это значит сложно, это потому что они постоянно спавнятся. В этом вся сложность. То есть в целом это изи. Да чё ты не перепрыгнул, ты дур что ли? А-а-а! Тихо. Тихо! Да ебата. Сука ж. Чё за бред? Она вращается, и шарики летят в другую сторону внезапно. Можно так где делать? Так, сначала прострелить всю стенку. Нужно было дальше бежать. Окей. Спины ничего не будет падать. Ай. Так, бегом, 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 бегом! Да фак ю, блядь, вылези нахуй! Сука. Да, за что? Блять, хоть бы заканчивались, что ли, ну. Блять, райс. Давай, Босяцкий, кто бы там ни был. Сердце дракона. Говно. Ты кто? Я убил дракона. Алло. Что-то кто-то, короче, взял все лавры на себя за победу над всеми остальными. Я не герой! Идиот. Видимо, идиот это вот как раз последний босс.
Ну ладно, давай посмотрим. Да откуда? Что? Что? Го-го-го. Та-т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 а. Да хз, она коротенькая, похоже. Я не знаю. Я бы не сказал, что она прям изичная какая-то. То есть убивают здесь достаточно. Ну, мне. Как бы это не страшно особо. Я скилловый! Я скилловый! Блять, это что, Мегамен? Нет, ну вы серьезно, это Мегамен. Вы спиздили это из Мегамена? Бурчики падают с неба в узком коридоре. Так, а вот и он. Это что, ведущий? Да, скорее выглядит хороший. Блять, что такое? Босс раш, что ли? Ого. С двумя такими это будет сложно справиться. Да ёбаный рот! Босс раш. Блять, вы что, серьезно? И откуда? Ну ладно. Эй-эй-эй. Да, сика. Готов. На них хапа в два раза меньше, да? Нормально все. Ракеты.
Кто там дальше? Червь. Так их и так двое было. Теперь их четверо, что ли? Ты, блядь, все проедрил. Что делала? А, это все я вспомнил. Вот это будет самое сложное, потому что их тут ебаная тьма сейчас будет. Может так? Чё, пёс? Ой, я тебе прям в лицо въехал, ничего, ты не против? Всё нормус. Уходи из центра. Окей. Ебать, сколько у тебя там всего-то в арсенале? Есть курить. Вертолет. Да ты заебал! Все, блядь, началось, ёпта. Так, вот это вот лучшее, что он может сделать вообще. Ай, откуда вылетело-то, блядь? Ты чё, писька?
А может ты сам дамажиться будешь, блять, об это? Охуел, блять, совсем. Чё, прыжок не работает? Ну, окей. Блять, Каири. На тебе, пёс, блядь. Ура! Любим тебя! А чё, изначально нельзя было? Нормально. Архимона благодарит, говорит, пришел, молодец. Без тебя бы ничего не получилось. На, куражах. По крайней мере, две ачивки, да, за то, что пройдено на изи и на нормале. Такая вот игра, внезапно. Еще есть вторая часть, но вторую я не помню. Вторую я, по-моему, сам купил. А может, и не купил вообще. Спасибо Каире, спасибо Скадев, спасибо Достальчик. Никаких курважей. Либо произносим правильно, либо я ничего не говорю вам. Коверкайте суть. Не коверкайте ее. То обижусь. Бля, я только сейчас понял, как что было в предпоследнем уровне. То есть дракон съел яблоко, она была в яблоке, и она убила его изнутри, убила его сердце, блять. Это же что за жесть? Спасибо, что играли. Да пожалуйста. Чаще герой всего времени. Спасибо. Спасибо, Данич. Внезапно мы прошли игру. А кто ее подарил, да? Я сейчас сразу гляну.